Всем привет! Сегодня 6 марта 2021 года, в преддверии женского праздника, международного дня 8 марта. Пользуясь случаем, я поздравляю всех женщин, которых знаю и которых не знаю. Добра, здоровья, главное здоровье, терпение и любви, конечно, им, чтобы их любили в хорошем смысле слова, и дети, и мужья, и братья. Вот, а сегодня у нас видео будет о чистке монет мылом медных монет. Вот такая у нас весна. Это Сергей Федин, канал «Поем как можем». Снега у нас тоже предостаточно. Вот. Ну, сейчас все покажу. Значит, есть много видео в интернете, кто как чистит, экспериментирует. Я всегда чищу мылом. Начинаю. Это первый этап, конечно. Моем монеты водой и потом замачиваем в мыло. В мыле хозяйственном 70% считается лучшим мылом. Кстати, это еще советское мыло, цена 25 копеек, или может быть еще нулевые, по ТУ сделаны технические условия. Вот это то, что я накопал за 2020 год из интересного, то есть монетки и какой-то мелкий шмурдячок. Немного, но времени у меня и не было на монеты. Сейчас помою монеты, приготовлю состав и будем их замачивать. Итак, пока мы замочим наши монетки, находки, что-то тут еще есть, из конины, значок вижу, вот, крестик. Немного отмокнут под водой. Ну а мы начистим мыло. Берем обыкновенную терку, старую еще советскую посудину любую, и натираем мыло наше. Можно ножом наскоблить, я предпочитаю терку. Для чего мы натираем? Мелко, чтобы быстрее растворилось в воде. Воду мы еще подогреем. Для чистки, я думаю, сгодится. Некоторые ножом стругают, кому как нравится. Так, ну вот мы начистили мыло, я думаю, будет достаточно, и будем заливать горячей водой для быстрого растворения. Значит, есть у меня вот такая зубная щетка и вот такая вот с коротким ворсом. То есть обыкновенные ножницы, отстригаешь, и получается жесткая щетка. Это как получается мягкая. Ну, берем и начинаем чистить предварительно от грязи. Непонятно даже какой номинал. И что может из нее получиться. То есть получается предварительно вот смыв 2 копейки, это капуста, я вижу, уже поступает. Смыв грязь какую-то,
Подкладываем пока в сторону. Ну, это 50 рублей 90-е годы. И так каждую монеточку просто очищаем от грязи. А дальше мы ее отправим уже в мыло. Ну, я сейчас помою быстро и покажу вам уже дальнейшие наши действия. Монет как бы все равно много, их надо помыть. Так, итак, мыло заливаем горячей водой, чтобы оно побыстрее растаяло. И размешаем его еще. А монеты, значит, здесь у меня такой лоток. Сейчас уложу туда монеты и зальем. Сегодня я почищу, вернее не почищу, а заложу. Значит, крестики вон лежат. Крестики и царские монеты. А советы уже потом. Серебро отдельно. Ну, если что-то влезет, там конинка, вон, значки, пуговки. А это тоже ранние советы, но не алюминиевая бронза. Жалко, вот песочек попался, но он обломанный. Городового или сторожа. Очень жаль, что он не целый. Ладно, укладываем. Монеты укладываем рядком, с расстоянием, чтобы они не касались друг друга. Можно, конечно, поменьше посуду, поменьше там отдельно монеты. Крупные с крупными, мелкие с мелкими, менее загрязненные. Ну, я делаю так, я не... Это монеты убитые, в принципе. Вот после мыла, их... вот это хорошая вот монетка, видно будет. Это хорошее в патине. После мыла, конечно, нужно дорабатывать механической чисткой. Я и начинал пробовать заниматься одну монетку чистить для пробы убитую. Но у меня нет микроскопа. А микроскоп обязательно. Там очень тонкая работа идет. Так, ну что у нас еще медное? Конинка тут чуть-чуть есть навершие. Жалко, что опять же не целый. Все у нас жалко. А жалко у пчелки. Навершие перстня, номерочек какой-то. Конинка, номерочек не будем уложить. Это, скорее всего, что-то тинкованное. Так. Находил я вот такие стаканчики, я не знаю, что это. Медные стаканчики. Я их, наверное, сюда не буду ложить. Высоковато они получаются. То ли для пороха, то ли для чего. Так, что еще на пуговке? Пуговка конинка. Ну, в общем, в принципе, вот заполнили. И чтобы они не перемешались при залитии. Так, размешалось у нас. Нет, сейчас посмотрим. Пока Светлана Геннадьевна не видит, не возьмем ее ложку, воспользуемся. Такая вот с дырочками. И потихонечку будем заливать это дело мыльным раствором. Наливаем не то чтобы скрыло, а чуть повыше, потому что раствор будет выпариваться естественным путем. Сейчас он жидкий, должен стать как желе.
При этом мы не просто их держим, допустим, ну, завтра я точно трогать не буду, а вот дня через три их нужно брать, чуть-чуть руками прям пошоркал, перевернул. То есть, чтобы процесс шел лучше. Вот. Ну, а сюда можно вот это закинуть. Ранние советы, например. Сейчас я направлю вам. Тоже их укладываю в рядок, чтобы не касались друг друга. Невзирая на номиналы монет в разном порядке. Ну вот мы их уложили и заливаем. И оставляю. Вот так я начинаю чистить монеты. Не уксусом. Я про медные монеты вам говорю. Это щадящая среда. Монеты могут до года чиститься. Ничего этой меди не будет, если монета уже совсем убитая. Конечно, ты ее не вычистишь. Она так и будет, как не патина, а как ржавчина ржавая. Когда она уже совсем там вся уже расслаивается. А так лежит потихонечку. Переворачиваешь по шорку, переворачиваешь. Где-то наросты там уже, значит, зубочисточкой, либо щеточкой зубной этой короткой. Ладно, смотрите, что будет дальше. Посмотрим через неделю. She run away, case that she run away, case that she run away, case that she run away, case that